Я здесь, зайки. Пошли туда, к асфальту. Ну, не дошли они до него, конечно. И вот просто ходят туда-сюда. А я иду, думаю, куда они пошли? Я думала, они сюда зашли, в кольцо. Так нет. Вот видите, не вижу смысла их просто выпускать. Потому что они ничего не едят. Они просто вот ходят туда-сюда, блин. И все. И сейчас вот опять побегут, зерно будут доедать, то, что они не доели. И побегут, короче, на кубовик. Да, это я. Еще оглядываются, смотрят. Я этот, ходила за грибами, перчатку потеряла, блин. А ты что ходил без толку, хоть бы грявкнул, где она упала? Ну давайте домой тогда, раз вы не едите. Хотя я считаю, что есть что покушать. Вот, видите? Середина ноября. Представляете, друзья? А есть даже травка зеленая, есть что покушать. Даже жаловаться не буду. Если бы не было еще дождя каждый день, то вообще было бы супер. Но они не пасут, не кушают. Так как они должны кушать. Встать и есть. Я вижу, вот уже рассеялось хотя бы. Тут было такое темно-черное, темно-синее какое-то. Непонятное, в общем. Стрёмная погода. А я не могу тоже сидеть на месте. Я всю ночь спать не могла из-за этой погоды. Переживаю за овец, за того, что навес не делается, за сено. Две чашки кофе даже долбанула от нервов. И я тут не могла вообще спать. Поэтому вот так. Как все это нелегко дается в жизни. Ты понимаешь, что твои переживания ничего не могут как бы изменить, да? Но ты не можешь с этим справиться. Ну, такой человек я. Переживательный, ранимый. Увы.